что в корне отличает модель Fireflies от прочих порталов бронирования, от прочих каких-то схем, ну, я вам не говорю там про туризм, там про гарантии, это сейчас вообще очень сложно говорить. Так вот, говоря о гарантиях, ну, самое главное, сказала Ирина, и я, конечно, только могу это подтвердить и не будем на этом останавливаться, это отсутствие посредников. Почему, как вот эту схему вы видели от поставщика непосредственно к клиенту? И это самое главное. Потому что то количество посредников, которое проходит цена от поставщика до клиента, выбивает у нас землю из-под ног, когда к нам клиент приходит и за 5 долларов рисует все агентства, потому что там ему на 5 долларов дали, там ему на 10 долларов дали. Если здесь, как Ирина говорила, у нас клубная система и цены устанавливаются внутри этой клубной системы, то что творится в классическом туризме, ну это просто страшно. Там жесткий беспредельный демпинг. Хотя по договорам мы не имеем права снижать цену ниже, ну, классический туризм это 10%, допустим, со сделки 10%. Ниже 5% мы не имеем права снижать стоимость, потому что в этом случае наш партнер-туроператор имеет право не только лишить нас партнерского договора, но даже выставить штраф. А уж что делается в классическом туризме, там, конечно, там и 5, и в свое время менеджер моя открыла свой бизнес, и она меня спрашивает: Михайловна, я так не понимаю, как, ну там какое-то агентство, они накручивают всего 20 долларов. Я говорю, ну они, наверное, дома, у них, наверное, нет офиса, у них, наверное, нет бухгалтерии, они, наверное, сидят без света, там все вручную от руки пишут, и, я не знаю. То есть в 20 долларов вложить офис, все техническое обслуживание и все прочее просто невозможно. Это вот как раз из области демпинга. То есть у нас на нашем портале абсолютное отсутствие посредников, а это значит отсутствие рисков. Ну и говоря о гарантиях, конечно, сразу хочется сказать, это все же помним, да, это швейцарская компания. Да. Живу в Швейцарии. Да, так вот, у нас сознание, подсознание, бы даже сказала, качество. То есть швейцарское качество – это термин, который, ну, в основе, вот когда я разговариваю с приглашенными, это практически первое предложение. У нас швейцарский онлайн-туроператор. И это качество. И пусть кто хочет, что хочет говорить по этому поводу. У оппонентов достаточно аргументов, и серьезных, и даже смешных. Но для меня это аргумент. И я думаю, для любого сознательного человека в нашей жизни это серьезный аргумент. Что касается гарантий, кто вообще путешествовал через турагентство? Как раз в своей жизни. Ну, вам я просто не задаю. Есть новички, кто путешествовал через турагентство? Куда вы ездили, если не секрет? Турцию. В Турцию. Как вы съездили, отдохнули здорово? Отдохнули здорово, но нам забыли отель забронировать. А, какая прелесть. А где же вы в палатке отдыхали, что ли? Нет. У нас ездило 6 человек, и нас 6 объединили 4-местный номер. Ну, что за счет? Что там? Ага, понятно. 6, то есть у вас была такая вот шведская спальня, да? Чтобы было понятно, взрослые сели. Да, то есть вот мы как раз говорим это как раз из категории качества. Я хотела сказать немножко о другом, но у вас просто замечательный пример. Кто вам вернул за неудобство деньги? Извинились. А кто-нибудь вообще занимался вами, когда вы были там? И вот случилась такая ситуация. Нет, занимались наши друзья, которые находились здесь. То есть нет турагентства? Турагентство, но его нужно было здесь найти, турагентов. В смысле найти, они спрятали еще? Нет, по телефону было оттуда дозвониться. Родственники, которые здесь были, они сюда к ним пришли. Вот понимаете, на этом классическом примере, в принципе, вообще уж ему ничего не рассказывать. Вот каждый шаг с момента вылета, прилета, потом заселения, потом звонков, это вот классическая схема. Прям можно распишите, и мы будем это выкладывать у себя. Я потом тоже свой пример приведу. В качестве примера, да. Ну, трансфер такая мелочь по сравнению, что даже не знаю, останавливаться на этом или нет. Если ночью здесь не стоишь в аэропорту, не даже квартиру, даже это еще если первый раз в стране, да? Первый раз в стране с двумя детьми. А еще, например, в арабской стране или в Египте, например, да? В арабской стране мы забыли виз, Вы забыли? Да. Извините. Хорошо, что вы съели самолет. Такое бывает. Это жизнь.